ваша версія. Радіо Росії. Включив, услышав, улыбнувся. В Москве 19. Радіо Росії. Всему своє время. Информационная программа «Вести». Здравствуйте. Новостями Эдуард Лайков. В этом выпуске. В Ростове-на-Дону начался судебный процесс над главарем Северокавказского банформирования Али Тазиевым. Академия наук готовится к выборам нового президента. И Россия оказалась на третьем месте среди стран, где ожирение плохо сказывается на экономике. Теперь на эти и другие темы подробнее. В Ростове-на-Дону начались слушания громкого уголовного дела в отношении северокавказского банк-главаря Али Тазиева, более известного по кличке Магас.